Сегодня решила высаживать помидорки, на улице теплота, утром стаскала вот сюда уже, сейчас буду делать лунки. Ну, показывать, как сажаю, не буду, все знают, да, как сажать томатики. Единственное, здесь вот еще перчики у меня и огурцы, тоже несколько штучек буду высаживать. Единственное, что я буду в лунку добавлять в этот год вот такой вот препарат, Триходерма Верди. В общем, для защиты, биопрепарат полезных почвенных грибов. В общем, в каждую луночку сделаю, сейчас пролью вот этим препаратом. Здесь идет в пакете 15 грамм на 5 литров воды. Я сделаю на 10-литровое ведро воды. Пролью, буду сажать. Лунку буду добавлять перегной, горсточку и суперфосфат. Нужно высаживать, потому что почти все помидорки уже с бутонами. Вон есть, даже цветут. Во все видно, да? И все уже давным-давно вытянулись и готовы к посадке. Поэтому притащила утром, сейчас буду сажать. Блин, жарище вообще невозможно. Посадила только половину пока еще, первую коробушку. Здесь у меня будут, в общем, сорта от селекционерки выписывала, которую несколько сортов замечаю, в общем. А во второй половинке буду сажать тоже сорт очень интересный. Потом немножко подробнее расскажу. Сейчас немножко сделаю перерыв, потому что душно невозможно. И буду досаживать, потом покажу. Ну, в общем, как-то так. Посадила все помидорки. Здесь еще вот высадила три перчика. Они у меня маленькие, но тем не менее будут развиваться. Два огурца посадила здесь. Так как у нас здесь муравьи бегают, посыпала карбофосом простым. Они боятся его, поэтому, я думаю, не будут трогать. Здесь лук потом буду вытаскивать на еду. И вот посадила между ним уже два огурчика. Капуста сходит. Здесь тоже потом уберу. И тоже будут здесь огурцы. Ну и здесь... В общем, все, с помидорками развязалась. Идет к нам вот такая вот туча. Надеемся, что будет дождик. За всю весну ни разу не было дождя. Земля сухая, вообще абсолютно сухая. И нужно обязательно. Обычно после зимы всегда бывает дождь, смывает, да, всю грязь, сразу трава быстрее идет. И вот надеемся, что сегодня все-таки дождик будет. Там вдалеке уже гремит, сверкать начинает. И потихонечку движется к нам. Со всех сторон, кстати, тучи эти идут. Темная такая туча прется. И вот там вот, если приглядеться, уже дождь идет. Полосы прям видно. Чернота такая. Давай, давай, тащись, дождика надо. Ну что, тучу у нас снесло. В общем, сильного дождя, я так думаю, не будет. Мелкий идет, такой мелкий, спокойный. Даже трапы он не смочила. Видно. Гремит вдалеке, но вот. Вообще, мелкий-мелкий дождичек. На темном фоне вам покажу. Такой вот он небольшой. Капает, спокойненький идет. Но не будет сильного. Ну, хоть такой, то ладно. У тебя такое за куст. Черемшина. Что за черемшина? Набирает, набирает цвет. Фиолетовый будет. Цвести будет фиолетовым, такими штучками интересными. И вот эти листики, они по вкусу чем-то как чеснок, да? В общем, салат делают мамулечка у меня из них. Вкуснятина. Первые цветочки, первоцветы. Там какие-то синенькие у нее сидят, тоже такие, ничего. И там желтенькие наподобие. Я не люблю вот такие мелкие, ну как они красивые, но они очень быстро процветают. Я люблю, которые долго, тоже вот красивые цветочки, но быстро они процветут. Есть у меня что-то наподобие там, похоже. Ну и нарциссы у мамули уже расцветают вовсю. Там тоже беленькие, тоже одни из первых цветут у многих у нас такие цветы. Кстати, мне они нравятся, так когда вот много их сидит, красивые цветочки, но быстро они тоже процветают. Я люблю, чтобы цвели так уж подольше. Что делают, а?
Тоже первый раз вижу. Что это такое? Это так целуются? Или танцы у них какие-то брачные? Ну, она и он, видишь, ложится. Сейчас насилует. Вот так вот целуются голуби. Мне нужна веточка, которая вообще еще даже не распустилась. Вот, вот это подойдет. Четыре почки. Почему она? А? Четыре почки есть, и тут начинает формироваться. Пойдет. Пробуем, пойдем. Еще одну давай. Не надо. Две уж попробуем. Две? Да. Ну еще смотри, такую же наподобие. Слабее. Ну, чтобы не распустилась до конца. Вот, давай вот эту. Наверное, не обидится яблоко. Два череночка. Несколько почек. Зачищаешь? Да. Просверливаем дырочку на стволе яблони и вставляем зачищенным кончиком в эту дырку. Но не влезет, сейчас еще под немножко подгоним. Все замечательно стало. И замазываем отверстие вокруг нашей вот этой веточки, где она встала в отверстие, садовым варом. Ну вот, что у нас получилось. Сделали так два черенка, вокруг замазали варом. Вот первый. И немножко пониже второй. Будем надеяться, что у нас получится. И будем наблюдать.